Хозяева этого дома сотрудникам электросети так и не открыли. Впрочем, энергетики и без этого знали, что здесь нарушение. Ведь все установленные электросетями приборы интегрированы в единую систему учета электроэнергии. Информация с них передается на главный сервер сочинских электросетей. Те, кто предлагает услуги по снижению потребления света, вероятно, заверяют абонентов, что выявить это невозможно. Но это не так. Данная система позволяет нам автоматически и дистанционно отслеживать все факты вмешательства в конструкцию прибора учета, либо факты воздействия на приборы учета, к примеру, магнитным полем, либо другими способами хищения электроэнергии. Также данная система позволяет нам отслеживать суточное потребление, то есть она сама автоматически его отслеживает, и в случае, если у потребителя идет резкое снижение потребления, данный потребитель помещается в так называемую группу риска. По домам, попавшим в группу риска, сотрудники электросетей совместно с городской администрацией проводят регулярные рейды. Прибор учета в таком случае заменяется на новый, исправный. А тот счетчик, в работу которого вмешались посторонние, запаковывают на месте и отправляют на экспертизу. Далее в правоохранительные органы. Ведь в случае, если будет доказано, что в работу прибора учета вмешались, наказание грозит не только тому, кто это сделал, но и хозяину дома. Причем и за хищение электроэнергии, и за порчу чужого имущества. Я хочу предостеречь сочинцев, что данные факты влекут к административной, либо даже уголовной ответственности. И есть законные механизмы, с помощью которых можно экономить электрическую энергию, с помощью перевода данных счетчиков на день или ночь, а ни в коем случае не пользоваться вот этими вот услугами. Кстати, пользование такими услугами невыгодно не только самим абонентам, но и их соседям. Ведь необоснованные потери электроэнергии в сетях возвращаются к потребителям повышением тарифа и перебоями с электроснабжением. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.